Привет, уважаемые дамы и господа, вы смотрите канал Боттербин ТВ. Это беспрецедентный матч, который покажет вам, как я управлял Любан номер 7. Эта игра будет записана целиком, я надеюсь, вам понравится. Полную версию данного матча, как всегда говорю, вы можете посмотреть на YouTube-канале Боттербин ТВ. Ссылка на этот канал находится в шапке моего профиля TikTok. Если смотрите на других ресурсах, то вам матч доступен целиком. Такого матча я еще не играл ни разу. Такого количества фрагов, как я сделал, не было еще, наверное, ни за одного из персонажей этой игры. Да и других моба-игр в целом. Я очень сильно надеюсь на то, что этот видеоролик понравится вам и попадет в чарты. Ну что ж, приятного просмотра желаю вам. Поехали! Школьники махал. О, плюс 15 тысяч. У него Чаки так машет, да? Чаки? Чаки. Чаки вышел же, кстати, в видеоигре. Слышишь, Настя, помнишь про какой Чаки фильм? Видеоигра вышла, он видеоигру Чаки. Куколка эта. Охотится. Короче, ты играешь за Чаки, а 4 там или 5 других игроков, получается, просто играют за жертву. И Чаки... Мультики опять не видела. Черепахи никогда не применялись все равно. У них учитель крыса. Есть такой мем в интернете, где черепахи с учителем едят пиццу. И показано, как Леонардо говорит: парни, не хочу ни на кого давить, но мне кажется, что среди нас присутствует крыса. Блин, четко сделали черепах, конечно, вообще четко. Это какой-то мем, четко такой стоит. Четко, молился, молился, четко. Алкаш, пацаны паркуром занимались на улице, прыгали там. А, Магиоти, это я помню, это то, что на тупо металл англичане пытались четко, понять. Четко. Англичане пытались Магиоти, перевести можете, на четко. Свои. Некуда его взять. Я обожаю лучше притворяться. Но мне некуда взять. Я взял его. Я сделал, короче, Вообще неплохо. Только что мне с этими делать? Что делать? Не, я просто хочу жить попробовать. Так, две или одна, я понятно. Одна, по-моему, нормально. Одна, Валера, одна. Одна штучка, потому что он одной махал. Опа, снайпер. А, это снайпер? An enemy
has been slain. An ally has been slain. But I have it firing. Your team has destroyed a turret. Беги. Ну еще по одной. У него часть. Я очень сильно понимаю. После аварии. Ну, почти тоже. Я вот только шлейфы от выстрелов видел, если не сейчас будет хиляться. Смотри, у него видишь одна пара нынчак. Вот нажми треугольник, он на тебя станет. Вот и назад нажми. Вот видишь одна. Не две. Как. Положено две. У него все время были две. Видите, сразу. Задание уже, я так понял, выполнил, ой, да? Что они там хотели? Приземлись сам, как что-то, да? Ты же говорил, выполнил. Десятку во что-то. Мне даже не сказал, я же, знаешь, кого взял вовремя? Мелкоголовый, помнишь? Мелкоголовый вовремя, сорок. Здесь снова такой стеклянный хаос. Я ему только это...
Байк, байк, мы с тобой хотели. А что это такое в 30? Что это такое? Это оптика какая-то? Из глушителя типа. А ты проверь, оптика есть на нем? Да. Ага. Это очередями, наверное. А ну-ка, что этот мужик? Это Джонси. О, мне, кстати, Джонси дали. На пропуске тоже есть. Есть два вида. О, во-во-во-во-во-во-во! Вот она, модификация. Прикол. И чё? Вот это она. Прикол! А пушка? Шо? Это подожди, так давай по это, давай задание попробуем выполнить, модифицировать типа. Может на стеллажах как-то можно? А Джонси ничего не говорит, да, по этому поводу? Не-не, не превращайся, потом. Чего? Да бабок хватает, давай пробуем задание выполнить. Просто если ты превратишься, уже нельзя будет. Модифицируйте оружие на верстаках, вот этих вот, вот секретных. Ты же даже не знаешь, где он. Вот-вот-вот, где вот эта вот ручка лежит вот слева. Не-не-не. Вот это, да-да, вот этот вот может как-то, не? Блин, вот точно мы такое было. Не знаю. А попробуй подними, выкинь тот автомат, который есть эти кейсы. Ну всё, короче, не а что вот этот стеллаж? Тот стеллаж? Не активирует? Он ничего не активирует, он точно ничего не делает. Вот я помню точно эти розовые кейсы. Так, получается, это значит подземелье. Это подземелье какое-то. Ты просто не... Сумка с Патриками на стеллажах стоит. Нет, так у меня так все перепомнил. Ну это тоже, кстати, не получил. О, поезд ты же хотел. Сейчас не время, уже маленький кружок, что там сантиметр тут проезжает. Я его храбрый, кстати, тоже вот эти сундучки целые? Ну, не, там запускаешь. Опа, 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 дроны. Опа, может, ими можно управлять? Уже сюда 15 набрал. Посмотрите, ты. Что, это он сам крутится или ты? Не, мне же надо было перекрепляться. Он, короче, одной рукой. Да, можно. А мне рукой, короче, сделает. Блин, а зря. Мурмян? Ну как эти там бросился? Он же, говорят, в зоопарке. В зоопарке научился это делать. А все, конец. Спасибо за...